Снег не перестает идти, а дорожные службы продолжают укладывать асфальт. Горожане возмущены мурманским ноу-хау дорожников и считают, что деньги налогоплательщиков укатывают в одноразовый асфальт, который сойдет вместе со снегом. На улице Подстаницкого сегодня строители приступили к работе, несмотря на календарную зиму. Подрядчик с уверенностью говорит о качестве и длительном сроке службы современного покрытия. Главное здесь не время года, а соблюдение технологии укладки. Чтобы асфальт прослужил хотя бы гарантийный срок, необходимо очистить дорожную поверхность от наледи и снега и обработать ее специальным химическим реагентом. По контракту работы на Подстаницкого должны завершиться уже через 4 дня. Если подрядчик не уложится в срок, ему придется заплатить штраф. Мы сейчас ловим каждую минуту. Если вот вчера, например, целый день дождь, снег, соответственно, конечно, не было смысла что-то вчера делать. Сегодня погода позволяет, будем работать. Сколько времени, не знаю. Может быть, до 5, может быть, до 8 сегодня. И завтрашний день тоже покажет. По погодным условиям работает. Асфальт, который будет применяться, он с добавками до минус 10 градусов по технологии допускается, согласно с НИПом, все уложено. Гарантия у нас на нашей работе 4 года, поэтому волноваться, я думаю, не стоит никому. Лучше просто прийти весной и посмотреть.